Что будет с рублем в июле? В Минфине посчитали, какой должен быть дефицит федерального бюджета. Доходы России от продажи нефти и газа вырастут. ЦБ рассказали о том, что смогут обойти новые санкции. Цены растут. ЦБ в ответ поднимет ставку. И главное, когда курсы иностранной валюты начнут расти и какой курс доллара стоит ждать. Всем привет, на связи Глеб Задоя. Инвестирую более 18 лет в трейдинге, более 15 лет обучил 20 тысяч трейдеров и инвесторов, создал личный капитал более миллиона долларов на трейдинге и инвестициях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь все про грамотные инвестиции и прибыльный трейдинг. Напоминаю, что в середине июня Минфин США ввел блокирующие санкции против московской биржи. После этого главная торговая площадка для иностранной валюты была вынуждена приостановить торги долларом и евро. И теперь понятие биржевой курс просто не существует. Многие участники рынка забили тревогу, ожидая резкий рост курса доллара. Но произошло все совсем наоборот. Доллар продолжил падать, а рубль продолжил расти. Что сейчас влияет на курс рубля? Давайте разбираться. Дефицит федерального бюджета. Минфин считает уровень дефицита федерального бюджета в 1,1% ВВП безопасным и допустимым для выполнения всех обязательств. Об этом заявила первая замминистра финансов Ирина Окладникова. Напомню, что чуть ранее прошла новость о том, что дефицит федерального бюджета России увеличится более чем на полтриллиона рублей. Изменения связаны с поручениями Владимира Путина, в том числе данными в ходе послания Федеральному собранию. Ранее дефицит федерального бюджета должен был составить 1,6 триллиона рублей, однако правительство повысило прогноз по дефициту до 2 триллионов 120 миллиардов рублей. Эта сумма как раз и соответствует 1,1 ВВП, о котором говорит первый замминистра финансов. Рост дефицита – это, конечно, негатив для рубля, но в Минфине все держат под контролем. При этом доходы России от продажи нефти и газа вырастут почти на 50%. В июне они составят 9,4 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters. А вот это уже в пользу рубля, так как рост потока валюты от продажи нефти и газа вызовет дополнительное предложение на валютном рынке, а рубль сейчас растет именно на фоне дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке. Центробанк заявил о возможности обойти санкции против российского аналога SWIFT. Центробанки уверены в своей способности найти путь обхода санкций, наложенных Евросоюзом, на систему передачи финансовых сообщений. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность введения ограничений в отношении банков третьих стран, которые, как утверждается, помогают России обходить санкции с помощью СПФС. Одна из самых важных новостей для рубля это то, что Центробанк сократит продажу валюты на треть. Банк России будет осуществлять покупки или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день. Такое сообщение было опубликовано на сайте Центрального банка. Новость сложная для понимания. Для простоты Центробанк уменьшает продажи валюты, а Минфин наоборот наращивает покупки. А это значит, что курсы иностранных валют должны пойти наверх. Помимо этого, сейчас в России растет инфляция, и это уже признали в Банке России. В ответ на это ЦБ придется в июле на плановом заседании поднять ставку до 17-18%. Рост ставки – это хорошо для рубля, а вот рост инфляции, наоборот, плохо. На текущий момент, как мы говорили с вами в начале нашего видеоролика, нет такого понятия, как биржевой курс иностранной валюты. По крайней мере, у нас нет биржевого курса доллара или биржевого курса евро. Но индикативно курс доллара к рублю продолжает торговаться на международном валютном рынке Форекс. И в принципе рассчитать курс обмена валюты довольно-таки несложно. Это может сделать абсолютно каждый. Потому что сейчас ведется, продолжается вести торговля юанем к рублю. И известен курс доллара к юаню. И, соответственно, просто, в общем-то, поделив или умножив одно на другое, можно вполне себе получить какой-то хотя бы приблизительный индикативный курс рубля и доллара. Если вы хотите узнать, как работает фондовый рынок, как правильно выбирать акции и не слить на инвестиции, если хотите узнать, как заработать и создать капитал, или вы хотите узнать все о валютном рынке и начать зарабатывать на нем, то переходите по ссылке в описании или в первом закрепленном комментарии и забирайте мои бесплатные авторские курсы. Все внизу. Последние несколько месяцев курс доллара находился под давлением, и одна из причин это дисбаланс, который есть между спросом и предложением иностранной валюты на российском валютном рынке. Но ситуация меняется. И сейчас на э, рынок приходит довольно крупный покупатель в лице Министерства финансов, а вот Центробанк наоборот сокращает продажи иностранной валюты. Это все значит, что приход такого крупного покупателя и сокращение позиции крупного продавца должны привести к укреплению курса иностранной валюты и снижению курса рубля. Нужно понимать, что сколько бы Минфин не говорил про то, что у нас есть какой-то там безопасный дефицит федерального бюджета, тем не менее, дефицит федерального бюджета он присутствует и присутствовать будет в российской экономике еще не один год. Способ борьбы с этим он достаточно давно известен и это самый действенный способ увеличить курс Иностранные валюты такими вот искусственными методами. Поэтому, скорее всего, в скором времени нас ждет некоторое укрепление курса юаня, курса евро и, конечно же, укрепление курса доллара. Если говорить про ситуацию с курсом доллара, то сейчас, вот на момент записи этого видео, он торгуется в районе 88-89 рублей за одну единицу американской валюты. Но в скором времени, вероятнее всего, нас ждет укрепление курса доллара в район на отметок 95-96 рублей за доллар. Говорить по таймингу, когда конкретно это случится, достаточно сложно. Вполне возможно, что в июле мы еще будем наблюдать довольно слабый курс доллара. Но вот скорее всего ближе к осени, где-нибудь в августе, в сентябре нас ждет ослабление курса российской валюты и приход вот к этим целям 95-96 рублей. Что думаете вы, какие прогнозы у вас, какой вы ждете курс иностранной валюты и почему, вы можете написать в комментариях. Ну а я обозреваю курс российской валюты в рамках наших еженедельных видеопрогнозов. Так что обязательно подпишитесь на канал и по понедельникам в 12 часов по московскому времени обязательно смотрите наши видео прогнозы, чтобы быть в курсе событий и знать, какие прогнозы есть по российскому валютному рынку. Друзья, спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Поделитесь своим мнением в комментариях. Напоминаю, что под видео вас ждут полезные ссылки на бесплатные курсы по финансовым рынкам. Их вы найдете в описании и в первом закрепленном комментарии. Поставьте лайк, Подпишитесь на канал, это очень важно для алгоритмов YouTube и для меня лично. А на этом у меня все. Пока.